Ребят, всем привет! Возвращаюсь с вечернего урока по вождению. В общем, вечером решил поставить занятия на автодроме. Ну, потому что это бесценный опыт, когда вечером, ну, именно по темноте, я смог бы прокатиться. Вообще, думал, что не буду ставить этот уже занятие на автодроме. Но тут всплыло окно, то, что вот именно вечером будет проходить занятие. Я решил, что это то, что мне нужно. И вообще, он занимался вечером. Ну, все классно, все понравилось. Все суперски. Значит, прошло у меня уже 12 часов обучения по основному курсу. То есть, это вот движение по городу. Мы ездим, накатываем часы. Это третья часть. Осталось еще 24 часа. В общем, тоже все нравится. Все как бы получается. Все отлично. Так, что еще? Простуда моя понемногу отходит, горло перестает постепенно болеть, но вместе с тем немножко опустилось вниз и типа на кашель иногда пробирает. В общем, иду на поправку. Ну, такие вот небольшие новости, такие вот дела у меня сейчас происходят. Занимаемся интенсивно. Инструктор понимает, что у меня как бы по времени не слишком, я много располагаю. Он в курсе, откуда я приехал. Ну и в общем, такой у меня курс по вождению интенсив. Стою на мосту очень высоко. Так, ладно, ребят, буду заканчивать свое небольшое видео. Всем спасибо за поддержку. Всем пока, до встречи в новом видео.